Всем привет, с вами Дмитрий, это канал Мистер Смел. В сегодняшнем обзоре я проведу исследование парфюма под названием «Высокое качество Александр G». Новинки недавно были добавлены. Арабские духи Латафа, самые ходовые. Я уже, в принципе, обзор делал на общую тему Латафы. Ну, сегодня покажу то, что у нас чаще всего покупают. И проведу обзор на миниатюры, мини-тестеры. Вот. Начну еще самое главное, опять-таки напомню, работы с претензиями. Когда вы получаете товар, напоминаю, новичкам, даже, может быть, бывалым оптовикам, ну, в принципе, оптовики давно работают с духами и должны понимать все. Новички, в разделе акции и подарки есть видеоролик, как правильно проверить товар перед продажей. Ни в коем случае не разрывайте следу и не выкидывайте ее перед проверкой. Просто были случаи, когда клиент обращается, что-то его не устроило, какой-то дефектный товар появился, да, заводской дефект, там не вызывает распылитель или что, еще что-то. Как только вопрос затрагивается по слюде, а я выкинула, я не знаю, я ее разорвала, я не знала, что она нужна. То есть человек берет товар для продажи и еще и выкидывает слюду. Как и в любом магазине, будь то одежда или техника или еще что-то, при обращении с возвратом и отменом должна быть соблюдена целостность упаковки, товарный вид. То есть если нет слюды на парфюме, все. То есть нам по цепочке нужно его возвращать дальше поставщику, а условия возврата – это целостность упаковки. Поэтому, еще раз напоминаю, когда получили товар, проверяйте аккуратненько, вскрывайте всегда снизу, там, линейкой, пилочкой для ногтей. В заказ мы по умолчанию кладем штрих-кода магнитный, можно потом залепить, то есть если не умеете там другими способами заклеивать следу. Вот, напомнил еще раз новичкам, все нормально, все хорошо, аккуратненько проверяйте товар. Вот, приступим к обзору. Давайте начнем с Латафы. Самая ходовая позиция, у нас ее берут чуть ли не в неделю, там 5-6 раз в заказах, по-любому падает. Это Латафа Rose Cashmere. Из названия можно будет понять, что аромат цветочный. Как и в прошлый раз я говорил, повторюсь, флаконы от бренда Латафа приятно держать в руках. Он довольно-таки увесистый, весит грамм 350, точно. Очень классное, качественное стекло, оно еще так затемненное. Стильный флакон, очень красивый. Качественный пластик сверху. Покраска под розовое золото. Ну, оригинал, Эмираты. Кстати, крышечка, несмотря на то, что пластиковая, довольно-таки солидная, увесистая. Давайте послушаем аромат. Восточный, с преобладанием от цветочный, хамелеон, симбиоз цветочного аромата с аромата розы, с кашмировыми запахами. То есть запах вот дорогой кожи. То есть вот когда в офис какой-нибудь крутой заходите, и там вот кожаные сиденья, все новое, или в машине как бы кожаные сиденья, этот аромат переплетается с цветочными нотками. Он уже, запах изменился. Первые нотки идут ароматы кашмира, восточные специи. Потом он уже становится более таким мягким и уже преобладают цветочные нотки. Но очень интересный запах. Любителям цветочных ароматов очень понравится. Латафа Rose Cashmere. Следующая позиция — это Латафа Malak. Такой вот интересный флакон. Цвета ультрафиолет. Похож чем-то на Пакарабана ультрафиолет. Спереди идет такая вот шершавая под наждачку блестящая гравировка. Само название. Флакон очень интересный, лаконичный. И что в нем интересного, так то, что вот эта вот штука, где название парфюма написано, она как такая голограмма. То есть она меняет название в зависимости от
угла наклона. Я забыл, как называется эта штука. Она еще часто в чипсах и в этих попадались такие вещи. Вот. Ну, переливается, интересно, очень сделано. Давайте послушаем аромат. О, слушайте. Магнитная крышечка. Класс. Тоже очень все качественно. Ничего лишнего. О, вот этот аромат мне более по душе. Я сам просто цветочный не очень запахи люблю. Этот запах бриз, бергамот и даже цитрусовый переплели все вместе. Свежий, освежающий аромат. Латафа Малак. Данный раздел Латафа на сайте Mr. Smell можно найти, перейдя в раздел «Общий арабский», подраздел «Арабские духи Латафа». Вот, плавно переходим к новинкам. Недавно только были добавлены духи с приставкой высокого качества «Александр Джи». Раньше они у нас были просто в нишевой парфюмерии, тоже очень качественные, все хорошее, как бы все сделано классно. Но это идет люксовый сегмент с приставкой высокого качества. И вот если на подарок или даже продать как под оригинал, очень-очень-очень даже неплохо сделаны. Вот сверху идет такая вот слюда, подарочная коробочка, довольно-таки увесистая вместе с флаконом. На каждом парфюме идет вот такая вот пломба, то есть можно заклеить ее обратно и все, то есть как бы как фирма. Внутри проложен вот такой мягкий поролон, открывается вот таким вот образом коробочка, и внутри обнаруживаем такую шкатулку. Металлическая застежка, очень качественно сделана гравировка бренда Александр Джи. Здесь инициалы, значок металлический приклеен. Тиснение идет под кожу у шкатулочки. Открываем. Вот так вот мы здесь обнаруживаем инициалы парфюма. Все прошито бархатным такой материалом, бархатным. Внутри мы обнаруживаем сам парфюм. Как всегда, часто вот высокое качество, всегда кладут книжечку, аннотацию с другими ароматами, описанием бренда. Вот. Все как должно быть. Достаем сам флакончик. Внутри также вот эта подложка, она все материалом обложена. То есть, чтобы ничего не поцарапалось, чтобы было все люксово. Ну, что хочу сказать. Да, отличие от обычной нишевого Александра Джи есть. Сделано все филигранно, идеально, то есть приставка высокого качества, не просто так добавлена. Просто шикарно, даже глаз радуется. А флакон обрамлен как бы такими цветами, так сказать. Здесь логотипчик, как и должен быть. Давайте послушаем аромат. Насколько он насыщенный, схож с оригиналом. Да, насыщенный. Это Black Musk Александр Джи. Аромат унисекс, но чаще его мужчины заказывают. Он как мужской классифицируется. Ну, среди клиентов. Так-то общее как бы назначение как унисекс, женский, мужской. Но да, шикарно. Запах интересный. Он не такой сладкий, как обычно бывает в копиях. Но приятный аромат. Шикарно. Мне нравится. Александр Джи, высокого качества, Black Musk. Каждому парфюму идет в комплекте пакет подарочный. На крышечке тоже инициалы выбиты. Сделано все просто шикарно. Отложим в сторонку. Следующая позиция Александр Джи Rose Out. Кстати, три было добавлено новинки, одной уже нету, поставщика закончилось. Поэтому пока не разобрали все, берите, что есть. Вот два вида осталось. Александр Джи Black Musk и Rose Out. Также все красиво, качественно. Та же самая коробочка розового цвета только. Эти наклейки все металлические, гравировки.
Вот такой прекрасный, красивый флакон внутри обнаруживаем. Также есть книжечка. Какая красота. Все идеально сделано. Покраска, вот этот орнамент из роз. Просто шикарно. Давайте послушаем аромат. Крышечка довольно-таки тяжелая, приятно держать в руке. Да, дорогой, прям такой солидный аромат. Удовая роза или роза и уд. То есть переплетается арабская удовая тематика с цветочными нотами, мотивами. Очень классный запах. Вот насколько от здесь вот роз кашмири, вот кашмир и уд как отделяются, ну, различаются ароматы. Очень классный запах. Восточный, дорогой такой, солидный. Это был Александр Дживи Rose Out. Так, возвращаем его обратно. Так, это был обзор Александр Дживи высокого качества. И теперь переходим к новинкам. 4 вида тестеров было добавлено. Я специально взял все 4 вида тестера одинакового бренда Tiziana Terenzi Kirki, так как я этот аромат идеально знаю, как бы он очень популярен. Вот, и я сейчас проведу обзор детальный на эти мини-тестеры. Давайте подготовим блоттеры. Вот 4 блоттера. Начнем мы с тестера 60 мл White с приставкой. В разделе мини находится вот такая вот коробочка. Вот так вот выглядит флакончик. Ох, какая у него длинная эта штука. Так, кофе. Я уже немного занюхался с этими обзорами. Так, давайте послушаем его. Я буду раскрывать ароматы, как один и тот же запах, то есть раскрывается, и как он пахнет, где понасыщеннее, где не очень. Здесь он пахнет прям как надо. Кирки, немного такой томный, сладковато, свежий аромат, интересный. То есть у него есть свой почерк, его не спутать ни с чем. То есть если я в общественном транспорте услышу этот запах, то я пойму, что это Tiziana Terenzi Kirki. Следующая позиция — это мини-тестер 60 мл сена. Почему сена? Потому что вот в такой коробочке мы обнаружим флакон, и здесь снизу проложена бумага, как бы, ну, похожа на сено. Флакон очень интересный такой, бугристый. Давайте послушаем аромат. Здесь уже другое как-то вот обыгрывание аромата. Тот же кирки, только более с кислинкой. Здесь преобладает кислинка. Какая-то вот странная карамельная кислинка такая. Но тоже по-своему хорошо пахнет. Необычно. Интересная игра аромата. Сейчас вот пока мы посмотрим два остальных, запахи уже немного, ароматы раскроются, и мы еще раз вернемся к ним. Это было 60 мл с приставкой сена. Третья позиция — это тестер 35 мл VIP. Вот так вот коробочка выглядит. Тоже в разделе мини. Флакончик довольно-таки лаконичный. Давайте послушаем. Ну, тоже длинная эта штучка. С сеном, с чем-то схожим. Тоже преобладают лаймовые нотки, уже не такие как бы сладкие, как основные, какие должны быть, но немного с примесью свежести, такой кислинки. Да, очень схожи. И последняя версия — это
мини-тестер люкс с приставкой 40 мл. Они идут в студии, эти тестеры. Также они помещены в такой мешочек. Наверное, поэтому идет приставка люкс. Ну, слушайте. Класс. Флакон явно сделан намного более качественно, чем предыдущие. Гравировка именно на стекле идет. Тестер демонстрейшн. Да, шикарно. Слушайте, сейчас по аромат послушаем запах. Очень классно сделан. Рекомендую, кстати. Давайте посмотрим, по аромату не подкачает ли он. Да, ну, пахнет классно, пахнет Тизиано Терензи Кирки именно. Давайте мы теперь поставим как бы по местам, то есть раздадим места призовые, так сказать. Послушаем заново все запахи. Первый аромат. По флаконам узнаете, когда будете на сайте смотреть. Такого вида флакон. Мини-тестер 60 мл Кирки Вайт. На первое место я ставлю безоговорочно Тизиано Терензи 60 мл с приставкой White раздел с тестерами. Вот так вот выглядит будет флакон на фото. Первое место. Второе место мини-тестер люкс, который идет с мешочком. Занимает второе место. Очень интересно, кстати, сейчас запах раскрылся. И третье, четвертое места, в принципе, рядом, даже оба третье место занимают. Это мини-тестер Сена и мини-тестер с приставкой VIP. Да, на одном месте. Вот, предлагайте клиентам эти мини-тестера, они очень стойкие, в них большое содержание масел. И, соответственно, карманно-сумочный вариант. Удобно носить с собой в сумочке. Очень как бы качественно сделанное. Приличное стекло, ничего не будет протекать. Как вариант расширить ассортимент для клиентов. Небольшие новости. В скором времени вот уже добавляется огромное количество новинок из арабской парфюмерии Fragrance World. Это тот самый бренд, который делает версии европейских духов, но более стойкими и насыщенными. Они перевязаны таким фирменным бантиком, вот каждый парфюм. Вот, это был обзор на новинки парфюма. С вами был Дмитрий. Предпраздничные у нас сейчас дни, 23 февраля, 14 февраля, 8 марта, вот скоро. Времени нет уже обзоров снимать активнее, вот. Ну, будем возвращаться к рабочему режиму и... Буду увеличивать количество видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если есть какие-то пожелания, пишите в личку Дмитрию Данилову ВКонтакте. Какие обзоры сделать на какие товары. Соответственно, будем снимать дальше видеоролики. Надеюсь, они будут полезны для вас. Всем хороших выходных. С наступающим праздником.